Ну что ж, продолжим. Теперь у нас материнская плата MCI. Обошлась она мне в $200, чуть меньше, там от курса все зависит, 4500 или 700 гривен, то есть 170-180. В принципе, она столько же стоит, как и моя прошлая. Прошлую видеокарту выиграл на турнире за, по-моему, второе место. Нам ее дали за 68 GD65, она называлась. Отличная видеокарта, то есть материнская плата. То есть почему я вообще выбрал MCI? Потому что у меня прошлая MCI, я ее выиграл, и там вообще у меня просто мать супер. На ней можно все разогнать. Мамка супер.